творчества. Следующая остановка – стоматологическая поликлиника. С 8 ноября в общественном транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, кроме лиц, которые переболели коронавирусом или вакцинированы. Ношение масок в городском транспорте по-прежнему необходимо. Пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта. Даже остановится. Стоматологическая поликлиника. Следующая остановка – метро Отрадное. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Метро Отрадное. Следующая остановка – Северный бульвар, дом 1. Пожалуйста, приходите, приложите свой билет, если нет, то и